Фрагмент из ежедневного урока. Лектор Михаил Лайтман. Когда-то была искра духовной энергии, которая прорвалась на материальный уровень, и с нее началось строительство на этом материальном уровне, ее приложение, ее проекция. Материал сам начал так создаваться. И поэтому мы так идем, проверяем назад, хотим раскрыть ту энергию, но они не раскроют, потому что они сталкиваются с тем, что это исчезает из их восприятия. Их органы восприятия, они эгоистические у физиков. Они меня простят, я надеюсь. И те приборы, которые они строят, тоже не могут ничего воспринять, потому что мы эти приборы строим из своих человеческих качеств. И получается, что мы раскрываем до определенной границы следующие результаты. Они смогут получить, только если они изменятся. Наблюдатель должен измениться.